Здравствуйте, девочки и мальчики! Как рада я видеть вас на наших уроках доброты! Вы узнали меня? Да, я тетушка Сова, а рядом со мной мой помощник, домовенок Непослуха. Только он сегодня, похоже, совсем не в духе. Непослуха, поздоровайся с детьми. Привет. Что с тобой, Непослуха? Почему ты такой взъерошенный? Даже ребят поприветствовать как следует не можешь. Да подрался я с Прошкой, ну, который живет в доме напротив. А что вы с ними не поделили? Ну это, я его, а он меня. Только я не понимаю, за что. Как так? Дрался? А почему? Не помнишь? А раз так, то никакой важной причины и не было. Ведь так? Наверное. Непослуха, ну драться, это ужасно нехорошо. Я бы даже сказала, отвратительно. А еще, я уверена, тебе очень жаль, что ты поссорился с Прохором. Жаль. Ну не расстраивайся, Непослуха. Давай посмотрим мультфильм, а потом подумаем, как вам с соседским домовенком помириться. Мультфильм? Интересный? Конечно! Вот и ребята ждут сказку. Смотрим. Далеко-далеко, высоко-высоко раскинулась волшебная страна. Каждый остров этой страны свободно плавал, будто корабль в голубом пространстве небес. На одном таком островке жили-поживали мальчик Тим, девочка Ириска и песик Тяпа. Стоял чудесный солнечный денек. Ребята решили отдохнуть на берегу озера. Вдруг поплавок задергался. Мальчик поднатужился и вытянул бутылку. Да не простую. Внутри оказалась самая настоящая карта сокровищ. Крестиком было обозначено, где зарыт клад. Конечно же, в таинственном сундуке спрятаны самые лучшие машинки на свете, подумал Тим. Там обязательно будут красивые куклы, размечталась Ириска. А Тяпа решил, что сокровище – это вкусные косточки. Только где же искать этот клад? Выручил песик, его чутье никогда не подводит. Четыре, пять, и ребята вместе с Тяпой попадают в другой мир, где живет грозный пират. Вот он какой страшный, а зовут его Карамба. Вдруг Тяпа увидел аппетитную косточку. Карамба, конечно, рассердился, и пират бросился догонять Тяпу. Смелые ребята решили прокрасться к заветному сундуку, но Карамба уже устроил им настоящую ловушку. Ой-ой-ой, сердитый пират понесся за Тимой сквозь бамбуковую рощу с острым-преострым кинжалом в руке. В
вот-вот догонит мальчика и тут. Карамба поскользнулся и упал прямо в реку. Отважные детишки не растерялись, молодцы, они бросились на помощь и вытащили мокрого Карамбу и песика на берег. Теперь пират уже не выглядел таким грозным, как раньше, ведь он сильно ушибся. И произошло чудо! Карамба подобрел прямо на глазах. И, конечно, в благодарность решил поделиться с ребятами своим сокровищем. Но не тут-то было. Сундук оказался пустым. Хотя, если приглядеться, вот оно, настоящее сокровище, волшебное зернышко. Чтобы зернышко проросло, друзья вскопали землю и полили всходы, и выросло дерево, но не простое, а волшебное. Чего только на нем нет: сосиски и сахарные косточки для тяпы, мороженое для Карамбы, куклы для Ириски и замечательный вертолет для Тима. Как здорово! Мультфильм закончился, и я вижу, что наш непослуха повеселел. Еще бы! Такой замечательный мультик! Вот и мне бы такое зернышко, чтоб выросло дерево, а на нем... Постой, постой, непослуха. Помнишь, о чем мы с тобой говорили до того, как начался мультфильм? О том, что нехорошо драться и ссориться. Правильно. Как ты думаешь, смогли бы герои нашей сказки вырастить такое чудесное дерево, если бы не помирились? Вряд ли. А вы, ребята, как думаете? Конечно, ничего бы у них не получилось. Вот видишь, непослуха, ты очень правильно все рассудил. Только с помощью доброты и делаются чудеса. Только добрые люди получают настоящую награду, понимаешь? Да, тетушка сова, я все-все понял. Сейчас побегу к Прошке и помирюсь с ним. И даже подарю свою любимую машинку. Ну пусть он порадуется. Молодец, непослуха. Ты обещаешь мне, что не будешь больше драться? Обещаю, тетушка сова. Замечательно. А теперь давай попрощаемся с ребятами. До свидания, дети. До новой встречи, друзья. Ждем вас на уроках доброты у тетушки совы.